Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Я нахожусь в Северной Осетии, в горном курорте Цей. И это видео посвящено будет медицинскому аттесту. Да-да, вы не ошиблись и не ослышались. Медицинский аттест. Что это такое? Для жителей Северной Осетии, которые считают себя здоровыми, которые, может быть, занимаются спортом, я предлагаю медицинский аттест на проверку своего здоровья. В чем оно будет заключаться? В чем этот тест? От альплагеря Цей пешком по тропе необходимо будет подняться на верхнюю смотровую площадку канатной дороги, при этом засечь время, которое уйдет у вас не на бег, а на спокойную ходьбу, без остановок, без сидения, без лежания, а также без головокружения или предобморочных состояний. Замерьте свое давление внизу, а затем наверху, и проверьте, что из органов вас беспокоило во время этого восхождения. Если вы уложитесь в 1 час 10 минут, значит, ваше состояние здоровья отличное. Но я хотел бы напомнить о том, что многие люди, они самоуверенны. И это тест, аттест для них. Проверьте свое состояние здоровья именно здесь, в Цее. Расстояние примерно равняется 2,5-3 километрам. Но это не точное замеренное мною расстояние. Но обратите внимание на ваши суставы. В каком они будут состоянии? Будет ли у вас болеть коленный сустав? Может быть, тазобедренный сустав или стопа? Затем замерьте ваш пульс. Также обратите внимание на работу ваших легких, сердца, сосудов головного мозга, вестибулярного аппарата, а также печени, которая занимается очищением нашей крови. И поэтому предложенный мною тест очень интересен. Проверьте себя, убедитесь в том, что вы действительно здоровы. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.